Я помню, как все это начиналось. Помню, как смерть пришла в мой дом, в обиталище оседлого племени тюркютов, чтобы отобрать у меня все. Мое имя, мой род, мое прошлое и будущее. Я помню, как за считанные секунды моя жизнь превратилась в пыль. Кто они? Откуда? Как вы их не заметили? Их называют армией призраков. Засада. Думал, я не узнаю предводителя лучников Хорезмшаха. Темуджин никого не щадит на своем пути. Все сжигает дотла.